Безусловно, участие России в космическом освоении, в космических проектах – это очень актуальная вещь, потому что мы просто не задумываемся из-за того, что у нас такое руководство в стране, но не задумывается о завтрашнем дне. Вот сегодня самый главный тренд – это настрогать как можно больше труб для «Газпрома», чтобы гнать газ. А на самом-то деле это уже послезавтра будет не нужно, эти трубы будут пустыми, газ закончится, и что делать? И освоение космоса, освоение новых видов энергии, освоение новых ископаемых, может быть, за пределами Земли – это очень актуальная вещь, это крайне важная вещь. У нас сегодня дефицит пресной воды, у нас сегодня дефицит питания, у нас сегодня очень много проблем для растущего населения. Поэтому освоение – это просто шаг, который крайне необходим. И потом вы должны учитывать, что решение общих проблем, проблем, которые присущи и актуальны для всего человечества – это, безусловно, сплачивающие все человечество события и поступки. И чем больше таких проблем и задач будет стоять перед человечеством в целом, тем меньше будет распри и всякого рода конфликтных ситуаций, иногда даже по очень пустяшным поводам.